текст этот написал Даниил Андреев, тот самый, который долго сидел в тюрьме и написал страшную книгу под названием «Роза мира». Но он писал на самом деле еще и такие вот верлибры, которые один из них сейчас вам покажем в музыкальном обрамлении. Невозможно наслушаться песни я сам, найлюбимейша на земле. Солнечной жизни.